Сладкая черешня и наливные яблоки растут не только на юге России, но и в Ульяновской области. Качественными фруктами и ягодами не первый год славится сельскохозяйственный кооператив «Белоярский». Хозяйство раскинулось на территории в десятки гектаров в Чердаклинском районе. Председатель СПК Виктор Миндеров занимается своим любимым делом вот уже 37 лет. По словам главы хозяйства, в восстановленном саду после засухи и морозов 2010 года сегодня выращивают не только традиционные сорта яблок и груш, но также смородину, сливу, абрикосы и черешню. Сейчас мы занимаемся, значит, раскорчевкой и посадкой новых садов. На сегодняшний день мы уже восстановили 100 гектар. Это 53-60 молодого сада и 50 гектар плодоносящего сада. Кроме готовой продукции, кооператив реализует и качественные саженцы. До пандемии приобрести их можно было на губернаторских сельскохозяйственных ярмарках. Это не единственное хозяйство региона, где фермеры растят фрукты и ягоды. Многолетнюю яблоню и вишню выращивают в поселке Тимирязевский Ульяновского района. Орехоплодные насаждения и ягодные кустарники в Вишкаимском районе и плодово-ягодные насаждения в Сурском районе. Новости Улправда ТВ.